Помолчим! Живей! Прошу, выпустите меня! Я на свободе. Спасибо тебе за доброту. И кто им?
Давай, пошел! Тише, тише. Опасное место. Ты бывал здесь, Икар? В этом месте Ликомет убил Тесея. Thank you.
А это корабль Варнавы? Вообще-то... А, корабль принадлежит Алексиусу. Я лишь скромный слуга. Варнава, ты здесь? Он самый. Стал старше, но ничуть не муд... Мика спросил дождаться тебя. Началось! Думаю, дело серьезное. Сходи к нему, Мик. Я подумаю. Только вот... А ты, Мистий? Почему Варнава не верит, что с Нелеем что-то не так? Дело в том, Нелей доставил много хлопот, пока рос. Он врал, жульничал, хулиган... Многие это про... Теперь Нелей серьезный атлет, готовящийся стать олимпийским чемпионом. Да, это важно. Я хочу помочь. Нелей живет с опекуном Микасом. Их дом на холме, к северу... Ugh.
Пароход. Давай. Он притворяется! Я это уже видел! Боги! Терпение Пенелопы мне! Не только Нелей.
Все способные юные атлеты либо заболели, либо пропали. На Тасосе что-то не так. Меня нисколько не волнует весь Тасос. Только мой племянник. О, да! Этот парень верный почитатель богини Лени. Он сам воплощение лени и праздности. Помоги убедить его, Мистий. Ты знаешь племянника. Ему нужна твердая рука. Я думал, опекун с ним справится, но, видимо, ошибался. Хватит Варнава. Он явно болен. Да пока он оправится, я уже уплыву. Варнаве нужно время. Но времени у нас мало. У меня есть свидетели, но я не могу оставить Нилея. Ты мне поможешь? Варнава для меня как семья. Я сделаю все, чтобы помочь Нилею. Спасибо. Знаешь, не часто в этот дом приходят... Не время. Да, кто... Они... Другие. Что можешь рассказать об этом гим... Многие. Удобно из... Именно. Я хочу поговорить... Каменоломня Алики. Странное сочетание. Да, пока не... Последним, кто ведь... Он начинающий. Я все проверил. Спасибо. Попробую найти укрытие.
объехал полмира, отступать поздно. Я объехал полмира, отступать поздно. Может, надо нажать? Это очень не... Thank you.
Хэре, тебе нужна помощь? Мести, ты слышал об атлетах, которые повторяют подвиги Геракла? Ха! Я бы закончил до обеда. О, боги, ты так вдохновляешь. И убить зверя должен... Да. Ты не знаешь? Вот твоя... Спасибо.
Здесь довольно много работников. Кто-то болен, как Нелей. Рабочие знают, где искать лекаря. Это не пенделикон, но мрамор отличный. Ничего не знаю. Не спрашивай меня. Уходи. Ты не лекарь. Нет, нам нужен лекарь. Да. Нет, нет. Пожалуйста, Я не причиню зла. Мне нужны ответы. Я слушаю. Твой друг болен. Ему очень плохо. Туман забрал разум. Нам нужен лекарь. Мне сказали, что он должен быть здесь. Лекаря здесь нет. Его затеяли, схвабрали. Забрали? Прости, говорить сложно. Моя память, разум, все туман обычно. Скоро я стану как он, если врач не вернется. Какие-то люди увели лекаря в шахты, к северу. Что с тобой? Я не... Но без лекарств, что он? Расскажи о лекаре. Он добрый человек. Но лечение... Лекарь сказал, что нужно... Я помогу. Ты спасешь лекаря? Эй, отойди от него, мисть. Это не твое. Еще посмотрим. Лекарь где-то здесь.
Эллосский союз мог бы позавидовать таким богатствам. А вот и шахта. Думаю, здесь есть не только серебра. Свободен, наконец. Я знал, что это... Не благодарю. Да-да, спасибо за спа... Да, из-за зверьков. Вот умницы. Как они? Я знал, что меня не бросят. Ты говоришь о работниках коменданта. Да-да, а я забочусь о них. Да я к ним очень... А ты, Силю, зверьков не бывает много. Присоединишься к ним? Это можно устроить. Я знал, что ты согласишься. Присоединяйся к... Расскажи о лекарстве. О, лекарство. Оно необходимо, когда появляются осложнения. Например, утрата воспоминаний. А, да, ты знаешь. Они... Ты продолжаешь их калечить. Это не я. Меня заставили. Но я все исправлю. Какое прошлое у зверьков? Не знаю. Да мне и не нужно. Знаю, что меня заставляли давать им средства в пещере, похожей на эту. Если не работало, я брал зверьков к себе. Должно быть дивное средство. Да-да, дает зверькам силу. Не бойся, мой дорогой. Тебе не нужно принимать средства, ты мне и так поможешь. Те люди, что тебя забрали, кто они? Там был один с повязкой на глазу, а тот, что отдавал приказы, был лысым. Они заставили меня сделать больше средства. Малака! Заставили! Они угрожали убить зверьков. И заперли тебя. Да, они отказались вернуть меня к зверькам. Вот я и отравил нескольких, да-да. Не волнуйся, зверек, они тебя не достанут. Я смогу защитить вас всех. Мне нужно твое лекарство. Дай его мне. Но зачем оно тебе, зверек? Для одного знакомого. Есть и другие пострадавшие. Не может быть. Просто сделай лекарство. Боюсь, мне нужно время, да-да. Сперва избавься от тех, кто забрал меня от зверьков. Они в крепости, дальше по дороге. Я избавлюсь от них. Сделай лекарство к моему приходу. Да-да, мне нужно время на сбор. Лекарство может помочь Нелею. Но сперва разберусь с похитителями. Врача больше не потревожат. Здесь закончили. Так, лекарь говорил о странных происшествиях в городе. Стоит осмотреться.